Дорогая Альбина, в отношениях мужчины и женщины рано или поздно наступает тот переломный момент, когда их отношения перерастают в нечто другое. Они изменяются, и тогда их начинает тяготить неопределенность этих отношений. Я хочу тебе сказать, я не знаю, как подобрать слова. Только ты не перебивай, пожалуйста, я очень много думал, и вот сегодня я решил сказать. Извини, я не создан для семейной жизни. Я не имею права отнимать твое драгоценное время. Я надеюсь, что ты найдешь себе другого, достойного человека. Более достойного, чем я. Ой. Ваня? Да, Нора. Вань, где тебя носит? Скоро буду. Да 300 лет мне нужны такие работники. Извините, Нора, я должен закончить еще одно дело. Я уже еду. Знаю твое дело. Что еще? Папирос купи мне. Yes, мэм. Баба, это катастрофа. Финита ля комедия. Николета, ты меня напугала. Ну вот, я уже пугаю собственного сына. Я не понимаю, если ты не позволяешь мне называть тебя мамой, должен ли я позволять тебе называть себя сыном, а? Это две большие разницы. Мне сейчас не до шуток, сынок. Тебе нужны деньги, так и скажи. Мне? Да ну что ты. Мне вообще ничего не нужно. Я старая развалина. Зачем мне деньги? На корвалол и протертый творожок мне хватит собственной пенсии. Мама, что случилось? А? Он сказал, что он не создан для семейной жизни. И что я найду себе более достойного человека. Кто? Кто сказал? Неважно, кто он. Один негодяй. Такое мог сказать только полное ничтожество. Ну, почему же ничтожество? Ты что, хотела выйти замуж? Мама. Мой милый, я открою тебе одну тайну в глубине души. Каждая женщина мечтает об этом. Угу. Только не понимаю, зачем. Вава, ты должен жениться. Да? Да. Ты знаешь, я не создан для семейной жизни. Вава, ты должен жениться. А я буду нянчить твоих внуков, я буду воспитывать твою невестку, и в конце концов к твоей свадьбе я сошью себе белое платье. Беата! Беата! Вот после свадьбы я не буду вам продукты таскать. Зарабатывайте сами, как хотите. Развесили тут. И за коммунальные услуги сами будете, ой, господи, платить. Электричество совсем, совсем не экономите. Господи, ну что за люди, а? У благотворительного фонда просят деньги на свадебное путешествие. Ладно, дать. А смысл? Женишься, поймешь. Послушайте, я никогда не женюсь. Вы что, все сговорились, что ли, и вы, и Николета? Ой-ой, а толку-то что? Вот у моей подружки, у Сони, сын женится, Николаша. Тоже вот вроде тебя все матери в рот смотрел. А тут приходит, слышь, Вань,
приходят и, значит, я женюсь, мать! Что будем дарить? Правильный вопрос. Сертификат на квартиру. Можно подумать, он ваш внебрачный сын. Откуда такая щедрость? А это за храбрость. Вот ты мог бы прийти к своей матери и сказать: мать, я женюсь, и точка. Обязательно на личности переходить? Ой, прости, пожалуйста. Пожалуйста. Извини, не обижайся. Вот, пишет нам Анна Соловьева, студентка второго курса консерватории, талантливая скрипачка, дипломантка всероссийских и международных конкурсов скрипачей. У нее что, лейкемия? Нет, нет, со здоровьем у нее все в порядке, ей нужна скрипка. Ну, Страдивари, я так полагаю. Страдивари? Угу. Сколько она там? 1050 потянет? Точно, 50 тысяч долларов. Вот вам вредно столько курить. Смотрите, кашляйте уже. Не твое дело, пошел вон. Есть уже, иду. Сидеть? Так вы определитесь, мне идти или сидеть? Не умничай, Ванечка. Ладно? Ладно. Рассказывай, все готово к моим именинам. Все, кроме Николеты. Она никак не может найти себе сумочку под цвет лака для ногтей. Скажи мне, Ваня, честно, она все твои деньги тратит на свои наряды? Нет, еще остается на корвалол и протертые творожки. А эта девочка Аня-то тоже губы раскатала. Ну почему? Может, она действительно талантливая? Она мне чем-то нравится. Чем? Наглостью. Алло? Да, Соня? Ты чего орешь-то, Соня? У тебя что, предсвадебный синдром? Сонь, приди в себя-то. Что? Свадьба отменяется? Ваня, квартира отменяется. Сонечка, подожди, ну не гласи ты так, я понять не... Беата убита? Ваня, давай чеши туда, там что-то не то. Максим! Ну ты смотри, не город, а большая деревня. Точно. А ты что тут делаешь? Я, Ваня, работаю. Понимаешь? А вот что ты здесь делаешь? Я? Ты понимаешь? Дело в том, что Соня подруга Норы. Ну, будешь передачки носить. А что, точно известно, что Беату убила Соня? Нет, ну мы для проформы, конечно, проведем расследование. Но вообще дело обыденное. Фанатичная мать убила девушку своего любимого сына. Понимаешь, 14 ножевых ранений. Да ты... Ну вообще дело обыденное. 14 ножевых ранений?
Нет, Вань, фанатичная мать. Товарищ майор, время. На, хорошо. Фанатичная, как твоя Николета. Давай, счастливо. Закончите, приходите. Николай. Николай. Оставьте меня. Я прошу вас, оставьте в покое. Примите мои соболезнования. Да плевать я хотел на ваши соболезнования. Кто вы? Я? Я секретарь Норы, подруги вашей матери. Она так радовалась за вас. Хотела вам на свадьбу квартиру подарить. Спасибо. Утешили. Ну что там? Известно, кто убийца? Известно. Ну? Вам не понравится. Ты полагаешь, что есть убийца, который бы мне понравился? Ну давай, не тяни. У тебя удивительная способность растягивать сомнительное удовольствие. Ну, я слушаю. Это Соня. Что? Соня убила Беату. Соня? Это кто сказал? Воронов. Воронов? А что, Воронов ведет дело? Да. Быстро нашел Воронова и ко мне. Но... Я сказала немедленно. Мама все интересуется. Где я, с кем, что делаю? Ну... Наверное, мама просто не хочет, чтобы ты вышла замуж за простого следака. Но ты же не обычный следак. А какой? Ты исключительный. Люсь. Но только она грозится посадить меня под домашний арест. Как? Не, подожди. Она же не догадывается, что мы встречаемся. Люсь. Догадывается. Но у тебя же справки, Люся. Ну, а тебя бы не наводило на мысли... что я каждый день оказываюсь в эпицентре правонарушительных действий. То проезд на красный свет светофора, то акт вандализма архитектурных памятников 19 века. И это кража жирафа из зоопарка. Просто, естественно, у мамы закрались... сомнения. И я каждый раз оказываюсь свидетелем. И вот она звонила уже 5 раз. А я не отвечаю. Люс. И нужно придумать, где я сегодня обедала. Угу. Люсенька, ты же связываешь свою жизнь не с простым следаком. Правда, я же не только распутываю следы, я их и запутываю. Смотри, это сюрприз. Здорово! Макс, держи! Спасибо, выручил! Обращайся, если что. Спасибо! Давай! Посмотрим, что тут есть. А что это было? Это наш обед, Люсенька. Наш обед. Смотри, что мы с тобой ели. Смотри, значит, на первый у нас был суп. Суп пармантье. Потом устрицы фин де клер на льду 6 штук. Так, фуа-гра в коньяке с виноградом. А что мы пили? А пили мы с тобой, пили мы шампанское Дон Периньон. Дон Периньон. Периньон. И сколько мы заплатили? Люсенька, а это уже бестактный вопрос. Ну, как можно мужчину своего? Ну, $300. Потрясающе! Какой ты молодец! Мама будет в восторге! Сейчас. Алло. Да, Вань. Чего?
Где я? Я, Ваня, обедаю. У меня обеденный перерыв. Есть редкая и приятная возможность потратить его на деловой разговор. Чего? Какая Соня? А, да-да-да-да-да, вспомнил. Ага, Вань, ты смотри. Я еще как-то мог понять, когда ты влез в дело Нориной внучки. Когда ее похитили, это я понимаю, но каким боком, Вань, извини. Вань, ты скажи, каким боком тебя коснулось сейчас Быстрова, а? Я знаю, что у нее в квартире было найдено свадебное платье. Ваня! Миленький, но мне доподлинно известно, что ты, Ваня, не жених, Ваня! Нора говорит, что Соня этого сделать не могла. Ах, это нам Нора говорит, да? Извини, Люсь. Нора сказала, что Соня не виновата. Что это делал? Ну, не Соня, а что 14 ударов ножом – это так, ерунда, да? Граждане, судьи, миленькие, Соня не виновата, потому что Нора так сказала. А 14 ударов ножом… Извини, Люсь, у нас обед закончился, все. Потому что Нора сказала, что 14 ножом ударов – это все ерунда. Нет, не ерунда. Соня не могла воткнуть нож не то, что в живого человека, в кусок парной говядины. Факты – это упрямая вещь. Но есть один факт, который несколько оправдывает вашу подругу. Нож, которым была убита Беата, он принадлежал самой Беате. Следовательно, Чуева его с собой не приносила. И значит, она действовала несознательно. Ты все сказал? Смотри на меня. Ты знаешь, кто такая Соня? Ты знаешь, что Соня сидела у меня в больнице, когда меня подстрелили? Ты знаешь, что Соня выносила за мной горшки? Когда все от меня отказались, она была со мной. Нора Андреевна, я действительно очень уважаю вас. Я уважаю все, что с вами связано. Но у нас есть две свидетельницы, которые проживали в одном подъезде с умершей Беатой. Они что, залезли на дерево и наблюдали, как Соня расчленяет Беату? А здесь вы очень зря иронизируете, Нора Андреевна. Понимаете, у нас есть пенсионерка Коростылева. У нас есть молодая мать Мамонтова, которые опознали Чуеву, когда она выходила из подъезда. Сбив ребенка Мамонтовой, женщина, отдаленно напоминающая Соню Чуеву, остановила частника и попросила отвезти ее к дому, где как раз живет Чуева. У нее не оказалось денег, и она расплатилась с водителем часами. И водитель часы взял. Но позже он рассмотрел часы внимательно и увидел на задней крышке надпись «Сонюшки в день рождения». Да, именно такая надпись. Где сейчас часы? Они присовокуплены к уликам. Это мог быть кто угодно, отдаленно напоминающий Соню. Мог! Конечно, мог! Но когда Мамонтова вернулась в подъезд, она нашла там сумочку, оброненную женщиной, которая слегка напоминала Чуеву. А потом в сумке нашли документы и паспорт на имя Чуевой Софьи Михайловны. Ну, все же сходит, господи, ну какие они наивные, а? Фух, смотрите. То есть все ваши подозрения основаны на какой-то кем-то потерянной сумочке? Не смешите меня. Нет, не только. Соседка нашла в подъезде перламутровую пуговицу от пиджака Сони. А что, Соня созналась? Чуева продолжает утверждать, что не убивала Беату. И вообще, что я тут с вами делаю, а? Вы что, тут МВД, что ли, а? Вы что, комиссия по апелляции? У меня вообще обед давно закончился. И вообще, у меня кроме вашего еще 15 дел висит. Иван Павлович, отвезите капитана Воронова, а то у него 15 дел висит. Макс, садись, подвезу. Да ладно, я сам. Слушай. Вань, скажи, ты правда считаешь, что Соня не убивала Беату? Честно? Да. Знаешь, если бы я даже был уверен в виновности Сони, я все равно стал бы на сторону Норы. Чисто по-человечески. Но ты пойми, Беату, все равно не вернешь, ее убили.
Не хочется, чтобы еще и Соня пострадала. Мы, конечно, не таких благородных кровей. Мы апеллируем только фактами. Нам не до высоких материй. Ладно. Макс! Да ладно! Нора, вы где? Соня не могла убить Беату. Вы что-то знаете? Сумочку она могла потерять вчера вечером. А зачем она поехала к будущей невестке вчера вечером? Повезла ей в подарок бриллиантовые серьги. Что повезла? Ты оглох, да? Бриллиантовые серьги, говорю. А. Это единственная реликвия в их семье, она передается по женской линии. И что, она действительно отвезла эти серьги? Я думаю, да. Нора, но ведь это только ваше предположение. По правде говоря, мы с вами не знаем, привезла ли она Беате серьги или убила ее. Спасибо, Подушкин, за поддержку. Дай-ка мне прикурить и давай сменим тему. Поговорим о скрипачке. Угу. 50 тысяч долларов, нифига себе. Это тебе ни хрен собачий. Фу. Ты собери-ка рекомендации на эту Анну Паганини. Но я ведь... Пойди послушай, на концерт сходи. Как это у них называется-то? На программу. Но я ведь не музыкальный критик. Ну почему? Ты же сможешь отличить игру гения от дилетанта, правильно? Понял. Я все сделаю. Будут еще распоряжения? Будут, Ваня. Какие? К Беате поедешь. Куда? Зачем? Я вытащу Соню из тюрьмы. Если Соня подарила Беате бриллиантовые серьги, это значит, что она приняла ее в семью. Это значит, она не могла ее убить. И эта клуша хранила их всю жизнь в советском транзисторе. Я думаю, что она в этом транзисторе повезла их Беате. Ну хорошо, а если я не найду этот старый транзистор вместе с этими серьгами, тогда что? Найдешь, Ваня. А дверь-то наверняка опечатана? Значит, смотри сюда, Вань. Печать на двери легко отодвигается вот такой пилочкой для ногтей. О! А как? Ты еще спроси, как открыть замок. Как открыть замок? Вань, ты с Луны свалился все-таки, да? Мама говорила, что нашла меня в капусте. Дом там деревянный? Да. Старый? Да. Ну вот, замок такой же. И такой замок, Ваня, легко открывается перочинным ножичком. Уж я прям не знаю, куда мне больше хочется. Изображать из себя музыкального критика или взломщика. Спасибо за совет. Ваня, Вань, а Вань? Что еще? Перчатки взял? Какие перчатки? На улице тепло. В дом Беаты возьми, пожалуйста, с собой перчатки. Чтобы отпечатки не оставлять. Иван Павлович. Аня. Да. Здрасте. Здрасте, вы пунктуальны. Вы тоже. Что для девушки ваших лет? Это профессионально. С чего начнем? С того, что вы должны обо мне узнать, или с того, что вы хотели бы обо мне узнать? Прекрасный денек, не правда ли? Крамер, Борис Давидович. Борис Давидович. Скромный учитель, которому посчастливилось открыть этот талант. А вы, надо полагать, Подушкин, да. Павел Иванович? Нет, и Иван Павлович. Простите. Простите, конечно, Иван Павлович, не обижайтесь на старика. Поверьте, молодой человек, вы совершаете очень благородный поступок. Анечка безумно талантлива. Она, у нее душа как скрипка. Борис Давидович, мне еще не дали денег. Иван Павлович приехал, чтобы все посмотреть, да, Иван Павлович? Жизнь коротка, хочется так много успеть. Хотя, знаете, музыканты – профессия долгожителей. А как же Шуберт? Приятно, что вы так подкованы в музыкальной истории. Ведь вы не музыкальный критик. Как вы догадались? Музыкальные критики обычно ужасные зануды и совершенно необаятельны. А что касается Шуберта, то я имела в виду исполнителей, а не композиторов. Понимаете, композиторы сжигают себя во имя музыки. А мы, люди, которые ее исполняем, как мы питаемся их энергией. Самой чистой и прекрасной энергией в мире. Вампиры эстета, что ли? Ну, нет.
Не совсем. Ведь есть вы, слушатели, и мы делимся этой энергией с вами. Получается, все вампиры. А скажите, вам очень нужна эта скрипка? А вы знаете, что такое любовь? Ну да. Ну, как и все. А что? Нет. Я имею в виду любовь с первого звука. Вы знаете, мне кажется, я очень многого могу достичь в жизни. Конечно, нехорошо так говорить, но в мире столько прекрасной музыки. И у меня всегда было столько сил и столько уверенности в своих силах. Ой, простите. Ну что вы? Понимаете, но это было до тех пор, пока я не взяла в руки ее. Пашка, привет! Привет! Как дела? Соу-соу, а у тебя как? Отлично! Ну так вот, понимаете, это было до тех пор, вот моя уверенность, пока я не взяла в руки ее, и тогда я поняла, что ничего не могу без нее. Иван Павлович, а вы не могли бы дать мне телефон? У меня просто нет с собой. А, да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Алло, Паш. Слушай, а ты сегодня пойдешь на Плетнево вечером? Не знаешь. Хорошо, тогда созвонимся. Давай, чао. Пока-пока. Ну так вот, я не хочу благотворительности, я не клянчу деньги. Я хочу взять у вашего фонда в долг. Я отчетливо понимаю, что для начала моей концертной деятельности необходимо 5 лет. Ой. Но через 5 лет я смогу вернуть вам все. Да? Да. Вы знаете, что с вами будет через 5 лет? Я знаю, что со мной будет через 15 лет. И что же? Я рожу 2 детей и запишу свой 10-й сольник на EMI. Может быть, вы даже знаете, от кого будут эти дети? Не совсем, но я представляю его себе. У него светлые волосы, голубые глаза и самая обаятельная улыбка в мире. Но ведь это не относится к делу, которое привело вас сюда, не так ли? Нет. Да, нет, не относится. Иван Павлович, вы хотите послушать мою программу? Очень хочу. Подушкин, здорово. Это Фома. Помнишь меня? Ха, вас забудешь. Ты в курсе, что я счастье твоей жизни, а? Хочешь жить полгода в раю? Ну, насколько мне известно, те, кто попадает в рай, проводят там гораздо больше времени. Вот за что я люблю тебя, Подушкин, так это за твой тонкий ненавязчивый юмор. Давай, короче, подгребай. Такой шанс упускать нельзя. Все, жду. Хорошо. Приехал таки. Здорово. Здорово. Хорошо выглядишь? Что, опять разыграли, что ли? Боишься? Правильно, бойся. Ну ладно, не волнуйся. На этот раз никакого попандоса. Хорош, красавец. Проходи. Всегда нужно быть на стрёме. Проходи, проходи, садись. Сюда? Ага. Так. Ну, как дела? Нормально. Хорошо выглядишь, черт. Слушай, Вань, смотрю на тебя и думаю. Ну, чё ты паришься на работе? Чё ты никуда носа не кажешь? Тебе с твоим лицом артистом нужно быть. Что-то я не понял. Рассказываю. Ваня, я запускаю новое реалити-шоу. В райском плену. А-а-а. Это будет бест, поверь мне, бест. И ты у меня будешь главный герой. Я? Да. Послушай, полгода на острове. Ничего не делаешь. Тебя все облизывают. Кругом девочки. Ничего не делаешь? Да. Напрягся? Да не боись. Слушай, ты не обижайся. Просто мне нужны такие люди, как ты. Ну где сейчас найдешь таких чудиков? А ты то, что надо. Ты в десятку. Ваня! В тебя ж влюбится вся страна. Ну что ты теряешь? Книжку свою напишешь. А откуда ты знаешь про книжку? А? Ваня, обижаешь. Ты забываешь, что я журналист? Я знаю все, Ваня. А-а-а. Ну так что? Улыбнулась тебе, так сказать, фортуна? Ну... Вообще-то я давно вынашиваю замысел, если честно. Все времени не было, а тут... Полгода на острове, ничего не делаешь, девушки окружают. Ну так что, а? По рукам?
Молодец. По рукам. Ну, вот и отлично. Значит так, мои девочки с тобой свяжутся. Продиктуешь им там, проходи, координаты для визы, ну и все такое, да? Угу. Так что, Вань, готовься. Пакуй рукописи, трусы. И, черт, хотел в рифму, не получилось. Все. Фортуна тебе улыбнулась. Давай. Угу. Давай. До связки. Ага. Yes. Ты чего приперся? Перчатки забыл. Ты о чем думаешь-то? Голова как решето. Спасибо. Фома Затейников. Фома! Подушкин беспокоит. Я... Я передумал. Я не еду в рай. Подушкин, ты что, с ума сошел? Нет, я не сошел с ума. Просто у меня такие обстоятельства. Нужно закончить кое-какие дела. Ты что, не понимаешь, Подушкин? Что такой шанс может быть один раз в жизни? Да-да, конечно. Я понимаю, что такого шанса может больше не быть. Но найдете кого-нибудь другого. Многие с радостью согласятся. Подожди, алло, Подушкин, Подушкин! Чёрт! Больше не дочь. И домой не приходи. Мама, что случилось? Что случилось? А то ты не знаешь. А где ты сегодня обедала? В ресторане. Вот, смотри. Суп Парматье, устрицы, Дом Периньон, $300. Ты ела сосиски в булке, в кафе. Да нет же, мама, нет. Да! С этим ментом! Какой ужас! Откуда ты знаешь? Папин водитель видел вас. Все, мое терпение лопнуло. Мама!
Алло. Нора! Нора, я был там. В консерватории? И в консерватории тоже, но об этом потом. Ты нашел? Нашел! Нора, объясните мне, пожалуйста, может ли невеста купить себе черное белье для белого свадебного платья, а? Подушкин, ты очумел совсем там? При чем здесь черное белье? Простите, Нора, у меня вторая линия, сейчас перезвоню. Да, Николета? Баба, наконец-то я нашла сумочку и нужного цвета, и даже еще лучше! В смысле, у тебя не хватило денег? Хорошо, дай адрес, я приеду, заплачу. Ой, ну что ты все о деньгах, а ну? Запомни, бутик Белладонна, зато сегодня у Норы я буду блистать! Нора! Именины! Да как же я забыл-то, а? Баба, только не говори, что ты еще не купил подарок. Ой, хорошо, хорошо, Николетта. Я не скажу, что я еще не купил подарок. Вава, эти твои шутки. Обязательно купи что-нибудь с ангелом. Это будет комильфо. Хорошо. Да, Нора. Что да, Нора? Что ты такое несешь? Вторая линия у него. Серьги у тебя? Серьги? Какие серьги? Маленькие, соберись. Серьги, которые ты нашел у Беаты. Или что, мы будем все время говорить о кружевном белье с тобой? Без серег можешь не возвращаться. Да, Нора.